День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации отмечается 8 ноября. Уже прошло 4 года с тех пор, как этот день получил государственный статус. В отделе МВД России по Славянскому району почтили память тех, кто погиб при несении службы. Органы охраны правопорядка напрямую контактируют с гражданами. От работы сотрудников полиции зависит соблюдение законности в жизни страны, порядок на улицах городов, а зачастую и покой в домах и квартирах жителей. Трудно переоценить мужество и самоотверженность, которые проявляют правоохранители при несении службы. Склонить головы к мемориалу, который находится перед входом в отдел полиции, пришли представители личного состава во главе с начальником отдела МВД России по Славянскому району Виктором Рассохиным, ветераны боевых действий, представители общественности, а также матери и вдовы погибших сотрудников. Начальник отдела МВД отметил, что святая обязанность для всех – помнить и чтить память каждого погибшего, выполнившего свой служебный долг. Также он выразил благодарность матерям, женам и детям тех, кто погиб на боевом посту. Их мужество и героизм в деле защиты конституционного строя и в первую очередь интересов граждан, законности и правопорядка не оставляет равнодушного никого. Их подвиги будут вечно жить в памяти нашей. Мы будем стараться не уронить честь мундира, достойно служить на благо народа. Также хочу выразить слова глубокой благодарности и признательности семьям погибших сотрудников. Солдаты правопорядка с честью несли службу и не пожалели своей жизни, чтобы защитить граждан от преступных посягательств. Солдат правопорядка всегда на передовой в борьбе с преступностью и терроризмом. Многие задачи нам приходилось и приходится выполнять на территории Северо-Кавказского региона, а также в мирное время здесь, на нашей малой родине. Я надеюсь, что вы с честью будете выполнять и достойно все поставленные задачи. Память о погибших сотрудниках была отслужена траурная панихида. Затем состоялось возложение цветов к мемориалу. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».